В Омске полицейские завели уголовное дело в отношении угонщика машины. На улице Нефтезаводской владелец легковой «Хонды» оставил автомобиль с ключами в замке зажигания, а сам зашел в павильон. Когда через 5 минут водитель вышел, то увидел, как его иномарка исчезает вдали. Через несколько минут в полицию поступило сообщение, что на улице 22 апреля «Хонда» врезалась в дерево. Граждане сразу же поспешили на помощь водителю, решив, что ему стало плохо с сердцем. Однако от мужчины, находившегося в салоне иномарки, исходил стойкий запах спиртного. Кроме того, он попытался скрыться с места ДТП. Неравнодушные омичи передали информацию в полицию и удерживали нарушителя до прибытия сотрудников ДПС. Задержанный не стал отказываться подышать в трубочку, хотя и без экспертизы было понятно, что мужчина пьян. Очевидцы рассказывают, что за несколько секунд до столкновения с деревом подозреваемый едва не сбил женщину с ребенком. Ну что сподвигло-то машину прокатиться, но давно за рулем не катались. Ну и еще из другого убивали, но ну, получилось-то. А куда поехать, куда направляете? Прямо по дороге. Просто? Прямо по дороге? Да. 34-летний Мич ранее уже был судим за кражи, грабежи и изнасилования. Сейчас его список подвигов пополнится еще одной статьей. За угон обвиняемому грозит до 5 лет колонии.